Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Шмаглер Издатен. Меня зовут Алина. И сегодня в своем коротеньком видео я хочу вам показать подарочки, которые я получила к празднику весны, празднику любви, празднику пробуждения от моих любимых мужчин. Вот такие подарочки. И сейчас я подойду поближе и покажу все в отдельности. Кала. Две упаковочки вот такие. По 6 бульбочек. В одной 6 и в другой. Это означает, что у меня будут 2 горшка таких больших с калой. Она любит солнышко. Видите, как на упаковке нарисовано солнышко. Вот такую еще красоту. Аж 120 бульбочек. Ачидантера. Вот аж 120 бульбочек цветочков у меня будет цвести. Красота, очень красивые. Я видела, как они цветут в прошлом году у моей подруги. Тоже любит солнышко. Вот такой букетик тюльпанов я получила. Видите, такой большой вазе. Здесь 10 бутонов. Они раскроются попозже, так как на данный момент у меня есть чем любоваться. Вот красота моя цветет и пахнет в доме прямо. Очень красиво пахнет, особенно от гиацинтов. Они прямо каждый день все больше раскрываются в своей красоте. А покупали такие же бутоны были. Так и вот здесь. А после меня останется вот такая большая красивая ваза. И бульбочки останутся. Также ирисы подарили мне 100 бульбочек. Тоже любят солнышко. Каладиум 2 вида. Беленький и такой красненький. По 18 корешков. Красота. Вот этот любит тенек. А вот этот полутень. И крокусмания 60 бульбочек. Вот такая красота. Они стоят все вот эти упаковочки в одной цене. Но так как по ценности или почем, там больше, там меньше бульбочек. Не знаю, как они считают. Может быть, что быстрее размножается, что медленнее размножается. Из-за этого и зависит, сколько штучек они продают. Вот таких 7 пакетиков и такую большую вазу с тюльпанами я получила. Ну все, мои дорогие друзья, всего вам хорошего, благословения в новом сезоне и мира вашим домам.